Крокодил тут. Как я вовремя тут, а? Да, ты как чувствовал, блин, надо проверить. Чкуется. Блин, ты может не один, понял? Не один. Заплывать? Ага, прошли. Нет. О, бля, у меня мигалашка, это ли крокодил, кто это? Мигалашка мелкая. Стой, 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 я хвостом. Бей, 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 бей. Так а ты, блядь, стой. Да похер, ты мне чуть-чуть нанесешь, я жгусь. Блин, а я что-то испугался, если честно, блин. Такой иду, спокойно на тебя смотрю, блин, зеленым стал я, блин, экран. Давай, блядь. Крокодайл. Понял, что творит. А он за нашим кибаном гоняется. Кто? Галашка? Галашка. Ну, кибан, ты сейчас ее ушатаешь. Е-е-е. Красавчик. Отойди только кибан отсюда и там потом присядь. Ты еще нырять можешь. Угу. А я не могу. Я буду хвост закрывать. Нет, ты зачем лезешь, да? Да, бля, мне тоже хочется. Он тебе бледа так надает, он сзади уже плывет. Он рано орешь. Ну, блин, тоже на крокодилах прикольно, наверное. Геймплей. Я думал, иголашка тоже нырнуть может. Нихера. Плавает как это, блин. Не скажу, что. Поверху, блин. Смотри, ну, блядь, чтоб братков не ждал. Мне кажется, ли он не фуловый как это? А хрен его знает. Вот это не, блин, маленький. А когда играешь за него, кажется большой. И удачи. Ебан, хил дай. Сейчас укусит за нос. Вот видишь, это место любят крокодильчики. Mm-hmm. Вот мы сколько раз проходили, ты мимо так и шел, а тут в этот раз чуйка была. Говорит, дай-ка проплыву. Да-да-да. Не, зря сейчас орал, мне уж эти. У тебя не было что-то в глазу, или было что? А у меня был этот. Ну глаз тут, да? Там кто-то еще походу идет в воде. Пока ты идем. Вот мне показалось. Не хватало нам тут долго к спину чуть. У меня была царапины. Получается, а потом царапины закончились, появился глазик. А сколько она восстанавливается у него крик? Минуты 3? 4-5. О, блядь. Кибан пошел биться. Думает, мигалашку убил, блин. Сейчас сам разговариваю. Галашку замочили, да? Ну, кибан ее ушатал. Как они чихились. Он может и не пилится. Где он пошел пилиться? Вон пилится. Он уплыл? А, нет, он... С кибаном. Смотри, кибан сейчас. Mm-hmm.
Или это второй? Да вот хрен его знает. Отойди подальше. Слабенький, как кайдочек, он неодол вообще, походу. Рядам мало давал. О, спиноч, выползай. Сабик какой-то. Маленький, возьми, да. Блин, скорость. Не заметил. А может он не маленький, может он просто в скорость? Да ну какой-то небольшой. Но... Кабин уже поплывет сейчас. Глотай, да. Мне кажется, скоро козел, да, должен поплыть к нам. А, это не галашка. А вот где крокозел, сзади. Картаева. Сдохнуть хочет крокодильчик, да? Наверное. Что-то зазывает. Вон еще кто-то плавает дальше туда. Или это мегалашка, или это крокодил еще один. Мегалашка там плавала. Так крокодил нырнул. Ну как бы. Да, да, да. Или это тот, который, блин. Видишь, он правее тебя. Или это тот от тебя убежал. Не, он под, от меня плыл под водой. Потому что он еще один. Капель. Одна секунда, все, закончилось. А мигалашка ползала. Вон она по берегу ходит. Не, так это по берегу, да. Но там он плавал еще один. Но то, я не знаю, кто-то выныривал. Просто ну, ты был в одном месте, а там крокодил, ты он или он от тебя так уплыл. Он пошел, видишь, дальше. Потом, да. Вон, видишь, спиноча, там их двое. Вообще, только спиночевает мелкого. Так. Мелкого. Пошли туда. Блин, а мне что, по берегу? По берегу иди сюда. О, блин. Так мы пешком будем. Маленького этого джувика крокодил точно убил. Кто-то где-то кусается. Низу. А, вон сзади живет крокодил. Вот это уже не то. Ты поймешь их, короче. Кто это вообще спиночек послал? Может, мегалашка вообще посылаем? Он типа такой, слышь, зазывает тебя специально. Вот это как раз тот пацаны. Второй крокодилик. Кусается, он убегает сначала, потом кусается. Вон второй крик. Ага.
Сарка тебе помочь, а это пишет. Они не вместе были. Он пишет, типа, Сарка тебе помочь или нет, типа, это они были изначально не вместе. Он только приплыл недавно. Вот тут уже адолт. Смотрите, какие-то вдвоем мелкие. Так, нырнул. Адолт тоже нырнул под воду. Вижу. А вон повыходили расплеточи. Расплеты я выхожу тогда. Сюда этот. Вот этот уже хорошо блин дает. Да, надавали нормально так. Сяду. А вот следующий сюда идут, да? А, не увидели, что-то и передумали сразу. Подожди, зря орешь, у меня еще и таймер идет. И у тебя кибак. Так что ты справишься. Да, я тоже это мог, он блит надавал. Он вынырнул сюда. Тебе надо это. Будет отходить, кстати, это хилится. Ну, зря просто кибан сейчас. Он слушай, прикрывай выше от кибана. Он идет до сплета. Да? Ну ладно. 5 секунд, я сейчас встану. Что-то они не пришли, мне просто, что ты покоцанный по стриму посмотрели. Наверное. Или просто услышали, что тут драка идет. Смотри, крокодил плывет. Вижу. Берегу. Пошли от воды вообще, как бы кто-нибудь. Скале какой-нибудь. Крокодил не выскочил. Вот это можно было бы, блин, сейчас перекрыть, конечно, там крокодил. Так, кибан. Тебе надо как-то. Black Star, я к вам иду. В смысле ты к нам идешь? У нас лимит, Black Star. Да, это эти же. Их четверо уже просто стало. Ну да. Бля, будут нападать на него. Надо нам отойти где-то, чтобы биться не возле воды. Сейчас пойдем. Отойдем. Бежит сзади. Вижу. Так, меня сломал. Бегу. Второй раз не сломали. Минус один. Отлично. Кибан, тебе вообще пока можешь уже отбегаться. Не, нормально, у него стабильно до хера, главное, кулицо не лезь. Так, сзади. Бей. Да, блядь, надо было мне пока здоровье до хера, блин, не отворачиваться хвостом, а гляды развешивать. Кибана сломали. Кибана, убежим. Нет, 20 секунд. Кирящ хвостом, кирящ. О, кибана опять хода. Блядь, кибан, ну что за такое? Ну что ты вечно один где-то бегаешь? Что ты к ним лезешь, блядь? Ну, вот ему, блин, не терпится умереть. Взял, далеко отбежал, блин. Ну, хамал. Так, кому самоколов проиграл? Да, не, лобой херовенько. Блять, и стреляли друг в друга еще. Так, а где еще один? А, хилится. Блять, я слышу уже этот звук, когда он замахивается так своим. Псай его, если что. А, какой-то псай хвостом будет. Бей. Встань на месте хвостом по нему бей. Ой. Этим, блин. Ты хочешь, блин, я не могу тебя пойти. Знаете, себе крутись просто. Ты ему по хвосту тоже, блин, будешь. А, вот сзади еще один. О, давай. Гоняй его, херячий. Второй справа, смотри. Да, блядь, чё ж он так устанавливается? А, это я на удар нажимаю. Один у них скорость, да? Вот и у тебя уже хп немного.
Мелкий паразит. Бля, ну да. Отходи к воде, блин, лучше. Так там же сарка. Да они ушли куда-то. Вот это мы вообще зато, блин. Котомку, блин. Я сейчас убью так перекуп. По типа одному будет кусать, кусать. Давай к воде. Он там поплывет, они хреново плавают. Сделай поп. Один отошелся, вообще хилится тот, блин. Да. Которому вообще тоже жвака блядь. Еще глубже не зайдешь? Бля, ты все его телом столкнул в воду, вот. Ну не говори, он. Стамики не хватает. Сейчас там отхилится, трясет хорошо ему. Если он тебя там убьет, то я, по крайней мере, его там добью. Ну да. Если крокодил его убьет, то это не так страшно. Вот так вот. Блять, разворачивайся. Как гусь долго разворачивается. Ну это да. Так, сейчас можно подсадиться, наверное. Один под хилем. Чувствую, что только который третьей стороны лезет. А где Дейна? Я тебя не видел. Я тоже не видел Дейна, кстати. Вот это черный, это призрак получается. Ага. Или нет? Да, походу он писал. Так. Ладно, допустим, крокодил меня не убивает. Ну, пока стоишь, хилишься. Надо стоя хилиться, садиться пробовать, не пробовать. Я, в принципе, стою. Не, пока стой. Если еще бей хвостом по мне тоже. Так я понял, я так и делаю, в принципе. Ну. Пока тут знаешь, как я такому. Так, еще он ждет по ходу второго, да? Ну да, пока тут открылся. Там тоже можно было добирать, бля. Он идет второй, бежит. Вставай. А ты не забывай, что ты плавать сможешь, если что, в воду уходить. Ну да. А они-то не плавают. Так, ты тоже может далеко не уходить в воде, блин. Я-то могу, если что, уплыть. Крокодил плывет где-то. Слышу, плывет. Бей-бей-бей. Крокодил плывет. Уходи, уходи, уходи тогда с воды. Крокодил. Блядь, у меня два бледа, у меня блед, короче, я вытекал. Садись, садись. Там камень. А, блядь, там. А передо мной из-за сплета. Крокодил, третья сторона. Садись. Сел? Да, сейчас скинул, блин. Надо уходить тогда. Подвинуть. На камень. Подвинуть. Наверх. Наверх? Я этого не умею. Не, туда наверх, подниматься наверх. Бегай, бегай. Бля, не туда побежал. Направо отпробуй. Так, блядь, по здоровью говно, вот он очень плохо. Да. Да им обоим плохо. Им обоим херовенько, да, поэтому давай ближе туда наверх поднимайся, в проход сам. Налево, налево, не сюда, блин. Хотя я думал, ты хочешь к стенке. Вот, проход, не, на проход сам. Давай, вперед иди.
пойдут. Ложись там. Так надо было там стоять. Они побежали. Я сейчас развернусь. Они куда пойдут? Они чуть дальше пойдут. Нет, они тут двое просто. Так бежишь, что ты? Все. Ну так он, я успею. Ага. Так, что, будем на обрыве, если что? Да. Второй обходит. Походу. Ну я понял. Бляха, они тоже тут еще ворваться один раз у них. Вот у этого хотя бы. Так, второй, видимо, сейчас к тебе побежит. Бегу, бежит, тебе. Да. Беги от него, хвостом телячь. Беги, хуярь, бегу к тебе. О, красава. Все, сейчас второго этому надавал, он идет тоже. Хилец, так, ложись. Так. Ближе тут лучше, максимально наверное, туда, тут на какой-нибудь выпал. Вот на угол. Ага. Крокодил, что ты там? Так, где они, ты видишь? Один внизу, один вверху где-то хилится, далеко. Ложись. Я тоже сяду хилиться. Дюшевский, надо чувствовал... помогать. У нас лимит. Чувствовал крокодила, бляха. Ну и так он что-то долго плывет. Ну, крокодил вообще бан. Надо давать. Он на них не нападал, только на нас. Так, вон он один ползет. Интересно, доспеха. Ой, доспеха, говорю, тебе надо, чтобы, блядь, не врывался. Так, как это там у нас еще? Будешь говорить, сильно будет критически близко. А то я правого вижу, левого нет. Ну, того не вижу, да. Я левого тоже не вижу. Можешь вставать уже. Блять, слушай, на двоечку на это ворваться, догнать будет этого. Да пофиг, сдохнул, сдохнул, блядь. С Труцевым заберу. Мизури можно. Тут еще Донахи носится. И Донах может попробовать тебя забрать. Донах-то, ага. Пошел в жопу. Не, я сел на крыльпе. Не-не-не, он пробежал под меня. Дэнни, ты задолбал, пишет. Слушай, а крокодил нам не задолбал, блядь. Ну чё, у каждого свои какие-то проблемы. Чё ты, блядь? Так же Дэйну подсветывает. Банда тут недавно. Ну, призрак пишет, так это я ему говорю. Нам крокодил уже помешал. Садись, Дэйна кто-то обегает. Где-то там развлекаются. Да, сейчас походу. А там Дэйну их гоняет, он, блядь. Донах, их. Если он доберет их, блядь, это, конечно... Вот этого, который сам Коц, наверное, доберет. Блять, ну... Если что, мы не знаем этого Дэйна. Кому и не знаем, в том-то и дело. Так я и говорю, типа. Так, а по лимитам, Мизури, посмотри правила. Я не помню, можно ли струцевать, нельзя. Нет, стадо, наверное, можно, блин. А вот уже когда ходишь ты два гуся, допустим, или два трайка. А, значит, можно. Что тут такое, походу, блин. Так, мне интересно, где этот крокодил, куда ты побежал туда, блин, чтобы он там не поднялся, блядь, наверх. С левой стороны, чтобы он не зашел, понимаешь? Крокодил? А, не. Да-да-да, он туда куда-то пошел, блядь. Максимум 4 травы, но плюс еще там можно что-то, там мелочь. Да причем встает, дебил этот. Лежи пока, спи. Я тоже. А второй крокодил туда же поплыл, слышишь? Они да будут скайп привет. Крокодил. Скайп привет. Ну я тебе просто говорю, что ты знал. Угу. Ты же не видишь откуда. Я вижу отсюда, что далеко. Подъем-то дальше там. Не, я имею в виду, ты же не видишь, что они поплыли туда. Куда они пошли, крокодил. Мы бежим, если что. Да, уже, в принципе, здоровья хватает. Убежать. И с одной плюхи не отъеду. Есть так, еще... двое отъехало, двое осталось, да? Ну. Ебанчик, блядь. А? Кибан, блядь, меня сегодня рассмешил. Кибан, да, любит попадаться. Бляха, переломочки. Жалко что-то, блядь. Ему, наверное, понравилось. Причем умирать от одних и тех же. Заметил? Да, так и получилось.
Тут, в принципе, да. Ну, там, ну, с одной стороны, там, он правильно там поступил, там, где он бился, когда там. Просто что, вот, там надо уметь, блядь, не, под укусы тут не подлезть. Пацаны же тоже эти играют хорошо. Знают как. Со второй стороны, можно было как бы, да, не влазить. Вот когда они были вот сейчас вот такие вот все добитые, вот сейчас бы, блядь, да. Ну, ему не надо, он просто, видишь, разворачивался, там, где куча досплета. Ты пока развернешься, остановишься. Там бежишь, даже не останавливаешься, херячишь хвостом. Отошел дальше, развернулся, беги. Опять пока он с хвостом. Да, хорошо. В игрушке тоже убегаешь, он ее тоже хвостом не слабо бьет. Я бы сказал, нормально. Убегать и хвостом отбиваться нормально. Мизури, да и я не знаю, он где-то с досплетами побежал. Да, он досплетом гоняет. Досплет еще. Он же призрак пишет, что типа рвнуться хочется, потому что досплет. Ой, это Дэйна не дает ему жизни. Со мной согласен. Насчет сарки. А что такое сарки? Ну, сарказм, как они. Так а что ты говорил такое, что он согласился с тобой? Ну что третья сторона сарказу. А, Дэйну, а теперь у него типа третья сторона мелочек, да? А. Мешает там. Да всегда так говорят, что джуликов этих добиваются, все третьи стороны, да, по 3-4 волны. Но это же, блядь, когда на себя почувствуют, тогда начинают ребята что-то тоже говорить. Ну тут, видишь, еще люди стрим смотрят. Кто-то там бежит, кто-то а на помощь, кто-то интересно. Нападает. Капу да. Что, блядь, каждому посмотри, поверит. Сколько стамины у меня, посмотри, сколько у меня хп, конечно, блядь. Сколько у меня там даже того желудка сраного. Ну. Можно тогда тут покружить вокруг и все. Не волнуй, пацанов. Уходим обратно, бегом. Нам тут, бля, куда идем? Наверх. Бля, ты попал? Нормально, нормально. Они больше по жопе Думал мне сбоку ворваться. Ходи, отходи, пусть отходи, отходи. Пока нормально, у него 18 секунд бреда. Все что они, зато им хвостом надавал. Угу. Так, по стамине. Ну давай будем на поле тут что ли? Давай. Блять. На стамины нет, блин. Я первый тут. Самого не густо. Там на поле, потому что надо было на поле крутиться было. Все, я погнал. Да, ты погнал прямо в эти, блядь. Одному хуевенько. Забираем это. Mm-hmm. Так, у меня под бредом, мне надо присесть. Забирайте первого, которому совсем херово. Стамина нету, блядь. А, тогда уходи, блин, он все заберет. Ты чё, без стамина лезешь-то? Да я думал догнать, добить, да и все, пофиг. А, то есть, с одной смерти? У меня близ закончится. Ну, мы им нормально давали. Торопишься немного. Ебан. Не к воде отступаю. Ну в итоге да, можно было. Я думал, догоню, значит, ну, и добью бы его. Но я, блядь, мне второй прекратил путь. Не, ну если бы у тебя стамина еще была, тогда да. Значит, думал, уже в нем останусь, да, и все, блядь. Хоть один сдохнет. А он вот эти игуашка. Одна, вторая. Че, игуашка? А еще. Ой, игуашка, говорю, не, игуашка какая-то, блин, по. А, она кстати, с мигала не придется. Ну, какая-то небольшая, наверное, да? О, Мизури, это походу да ну нахер. Там две мигалашки. Давно кинул. За деревьями плохо видно. Покричите, чтобы игуаны свалили. Да ну нах, да. Ой, бля, все, Мизури может забирать беленького. Ему осталось на один удар. Так, а мы пойдем. Куда мы? Кроме я в воде, может, он лежит где-нибудь на это.
на берегу. Они долго хилятся, в принципе. Ага. Спиночи вообще долго хилятся. ХП немного восстановили, можно попробовать замочить, если они сразу бежат. И вода не выйдет. Ты мог бы как бы он кричал уже на ХП, пока у нас это можно было подкинуть. Не зря, мы не можем ей помочь, ей только в воду не вставаться. А там, в принципе, ну, да. Голанич тоже плавает и что-то. И на камень где-то нычковаться. Спиночек где? А, вон они. Ну пошли попробуем. Одного забрать. На хератаре. Да у нас сзади, хвостом. Сейчас еще нам набежит вреда. Будет у нас драка. Если кибан есть хил, как крикни, пока бой не начал. А, они хотя на камне, не, у меня скважин, блин. Они хрен слезут с камня, ты чё? Что там по этому? По экранам этого, да, в одного? Ну, он уже чуть откидился. Уже половину хп у него точно есть. Блин, мы туда залезем, блин. Отлично, отлично, отлично. О, блядь. Я тоже херовик ко мне. Не дам мне позавешал. Блядь. Бля, мне хабело. В дереве застрял. Второго мочите этот. Целый.